Конец лета обещает быть жарким. Уже в начале сентября состоятся выборы в законодательное собрание области и в местные органы муниципальной власти. Политические партии уже ведут предвыборную кампанию и агитацию. Активно работает и общественная палата. Во всех районах, кроме Ульяновска и Димитровграда, уже подготовили общественных наблюдателей. На очередном заседании штаба по наблюдению за выборами обсудили ряд важных вопросов и подвели итоги уже проделанной работы. За истекший период общественная палата подписала соглашение с общественными организациями по поводу осуществления наблюдения, подготовки наблюдателей к предстоящим выборам. И буквально на прошлой неделе, наверное, да, были подписаны у нас соглашения с политическими партиями тоже о взаимодействии во время наблюдения за ходом голосования. На повестке оказались вопросы, связанные с предвыборной кампанией политических партий и межпартийной конкуренции. Также эксперты дали свои комментарии к докладу Фонда исследования проблем демократии, конкуренции на выборах 2023, итоги выдвижения. Ну, обычно как бы считается, что чем больше политическая палитра, чем больше политическое меню, предложение для избирателя, которое он видит в бюллетенях для голосования, приходя на избирательный участок или иным способом голосуя, тем легче сделать выбор, тем легче найти свою партию, свою программу, своих кандидатов. Эксперты отметили низкую конкурентность на данном этапе предвыборной кампании. Также было отмечено, что часть населения плохо осведомлена о предстоящих выборах. Многие не знают, кого и куда мы выбираем, и даже свой округ. Пока очень медленно разворачивается агитационная кампания, такая вот и информационная составляющая, в целом как бы нейтральная по отношению к разным политическим силам, и конкурентная агитационная кампания, когда каждый старается показать себя, на что он более всего претендует и готов показывать свои возможности. Выборы пройдут в трехдневном формате с 8 по 10 сентября. Избирателям предстоит выбрать 36 депутатов областного парламента, 30 мандатов распределяются на выборах гордума Димитровграда, в муниципалитетах состоится 134 кампании. Кирилл Савосин, Марат Мигдиев, Управда ТВ.